сказали, что ты знаешь, Толян общается, что с ним второй раз? Все, все в порядке, просто дома остался, придет завтра. Решил просто отдохнуть. Да, да, говорит, а погодка такая, вот я хочу. Алеша, а мне ты теперь за кого ты спросил? За Толика. За Толика. А ромашка когда будет? Никогда, он сказал, ходить не будет. Ромашка? Он слышали, что я не буду. Раз перед чаром.